играть, 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 играть. Не наступай, я хочу в туалет. Можно мне поиграть? Спасибо, Куки. Нет? Нет. Нет, плохая. Кайли, ты такая красивая. Можно поиграть? Покачать тебя? Давай подержу, чтобы ты не упал. Ты куда? Эй, ребята, давайте по... Нет, разрядился! Да что с вами? Моднее. Я величайший супергерой в команде Клео. Бэт Клео. Никто не устоит против моих бэт палочек. А это Супер Кукин. Догоняет плохих парней на своей суперскорости. Разве вы не знали, что я умею танцевать? Я девочка-балерина. Опаснейшая из балерин. Капитан Кисточка остановит тебя. Ведь все, что он нарисует, становится настоящим. Твои рисунки меня не пугают. Когда-то я упал в канализацию. И оттуда выбрался человек-динозавр. А как тебя зовут? Меня зовут Калли. Нет, твое злодейское имя. Лучше выбери другое. Я могу выбрать? Тогда я Цветочек. Это не злодейское имя. Цветочек. Цветочек, цветочек и точка. Супергерои Клео команды. Девочка-балерина, человек-динозавр и Цветочек украли сокровища города. И с их помощью мы будем управлять детьми по всему миру. Ха-ха-ха-ха. И мы их спрятали в нашем секретном убежище, в злодейском домике на дереве. А нам нужно вернуть их. Повторим план. Забираемся в их убежище с помощью силы моих палочек. И одолеем их рисунками моей суперкисти. И с твоей суперскоростью заберем себе сокровище. Да! Супергерои идут. Впусти их. Им нас никогда не одолеть. Чудовище! Сюда идет чудовище! Да это же Кукин! Супер Кукин! Это не важно. Им не получить наше сокровище. Я остановлю их своим танцем. А я своими когтями. А я встречу их земляникой. Супергерои тоже любят перекусить. Сокровище. Пойдем и вернем сокровище города. Вам не получить его. Ха-ха-ха. Поспорим? Быть супергероем классно. Да!
где планшет? Я дала его цветочку. А я его дала капитану кисточке. Ни у кого его нет. Сыграем еще? Но на этот раз я хочу быть суперзлодеем. Да! Да! И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Супергероем! Да! Ты будешь учиться ездить. Но я не знаю, как. Посмотри, он теперь четырехколесный. Готово? Поехали! А что если мне... Педали работают! Ура! Колесики! Ура! Колесики! Ура! И раз уж мы все на колесах, давайте узнаем, кто быстрее. На старт! Внимание! Марш! Я побеждаю! Тормози! Кайли, используй тормоза! Быть велосипедистом классно! Thank you.
колесики. Вы плохие. Но мы уже давно это сделали. Они тебе не нужны. Это правда. Они мне не нужны. Я справлюсь сама. Теперь я одержу победу. Теперь я без колесиков. Ура! Теперь я без колесиков. Ура! Я не сдал физкультуру. Не понимаю. Это нечестно. Хорошо, может, это и честно. Поэтому ты должен сыграть с нами в вышибалы. Хочешь сдать физкультуру? Нужно тренироваться. Хорошо, а что за вышибалы? Все очень просто. Тебе нужно лишь уворачиваться, ловить и бросать мяч. Как Кукин. Уворачивайся. Лови. Кидай! Уворачивайся, Пепе! Я не был готов, но теперь готов. Хорошо, сейчас узнаем, чему ты научился. Все ясно, все просто. Смотри и учись. Уклоняйся! А! Ой! Ай! 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 Лови! Ловлю! А! Почти. Ну, уверена, бросать у тебя получится. Приготовьтесь! Ну, почти. Почти. Почти получилось. Почти. В следующий раз получится. Кукин! Фу. Ты, кажется, не очень любишь спортивные игры. Я всегда проигрываю. Сумку-панду, гантели, кроссовки, свисток. А, ты меня напугала. Пора тебе собраться. Время тренировки. Он точно сдаст физкультуру. Пробеги путь как можно скорее, чтобы стать быстрее. Следующее упражнение – прыжки. Оно совсем простое. Попробуй. А теперь канат. Лезь, как обезьянка.
вперед, Пепе. Твоя очередь. Старайся сильнее, и все получится. Я больше не могу. Я сдаюсь. Я никогда не сдам физкультуру. Никогда не говори никогда. Ему нужно продолжать тренировки, чтобы сдать. 10 кругов по саду. Быть тренером классно. Неплохо, а? Я победил во всех гонках, преодолел все препятствия и сдал все тесты. Я неплохо справился. По крайней мере, на уроке физкультуры. Ух ты, как ты поймал! Да, и все благодаря вам. Готовы поиграть? Что ж, попробуй поймать это. Как классно! Пепе сдал физкультуру. И лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать. Тренером! Эй, нечестно! Мы еще не начали! Пропустите, рыцаря Тенте! Самого быстрого из всех! Ой! Но это танец принцесс, а ты не принцесса! Принцесса. Принцесса цветов. А, ну ладно. Мне! Я с ним играю. Для мальчиков! И для девочек тоже. И для принцесс. Смотри. Это все ветер. Эй! Рыцари! Принцессы! Для рыцарей! Для принцесс! Сломался. Сюда, сумку-панду. Мишень, табло, кубок. Устроим соревнование, и мы вам покажем, что луки и для принцесс. Рыцари, принцессы, готовьтесь к первому состязанию и прицельтесь как следует. Сойдет. Но...
Еще много. И мы победим в каждом. Это мы посмотрим. Да, посмотрим. Супер. А теперь второе состязание. Быть принцессой классно. Одержали победу! И я провозглашаю вас рыцарями! Да, ура! Да! Принцессы, принцессы, принцессы! Какой классный турнир! Да! А лучше всего то, что теперь я знаю, кем я хочу стать! Рыцарем! Или еще лучше, принцессой-рыцарем! Начнется соревнование. Да, наконец-то! Играем в футволейбол. Это как пляжный волейбол, только ногами. По больному месту. Лучше сыграем в волейболет, чтобы я могла выиграть. Футволейбол. Волейболет. Футволейбол. Волейболет. Футволейбол. Хватит! Почему бы нам не сыграть в обычный волейбол? Команда розовых вперед! Мы команда розовых. Какая разница? Ведь мы победим. Что это здесь делает? Грязно. Порвался. Нет, не надо так. Нет. Море возвращает нам вещи? Не вещи, а мусор, который мы кидаем.
Кукин, мусорить некрасиво. Мы мусорили у него дома. Извините, Кит! Извини. Порвался. Мяч порвался, но вместе мы все исправим. Пора играть. Быстро, сумку-панду. Перчатки, ведерко, хваталка. Мы станем уборщиками пляжа. Команда, мы соберем весь мусор и переработаем его в новый мяч. Что, я не могу быть уборщиком и при этом оставаться стильной? Это дом моего друга Кита. Там должно быть чисто. Да! Победит первый, коснувшийся флага. Первый, кто коснется и соберет больше всех мусора. На старт, внимание, марш! Почти ничего не собрали. Значит, получается, вы... Победители! Победители! Ура! Вперед! Мы еще не закончили! Эти волны приносят сюда не пену, а всякий мусор. Как нам очистить море? Нам нужна помощь. Я знаю, кого позвать. Кит! Кит! Вы поможете нам собрать пластик в море? Кит? Дождь из шлепок! Хорошая работа, Кит! Спасибо! Не переживай, Кукин! Быть уборщиком классно! Он уникальный и более прыгучий, чем другие. И на пляже нет мусора. Можно лечь на песок даже без полотенца. А может и нет. Кит! Так классно! Это Китобол! День. А знаете, что лучше всего? Теперь я знаю, кем хочу стать. Уборщиком пляжа!